Вот и подошел к концу региональный этап конкурса «Воспитать человека». Позади 4 дня испытаний. На протяжении этого времени 19 педагогов выполняли различные задания. Участвовали как учителя-предметники, так и педагоги начальных классов, дополнительного образования, детских садов. Главная задача участников – поделиться своими наработками, интересными решениями в области образования. Задания были у нас от визитки, то есть это презентация, соответственно, своего опыта, себя самого, своей области воспитания, в которой. Это урок и все, что связано с уроком, или внеурочные занятия, тут в зависимости на выбор было. Это разбор ошибок, то есть это предметное видео, которое в области воспитания, которое нужно было разобрать и дать свой комментарий, почему ты поступил не следующим образом. И это вопросы от экспертов на ту или иную ситуацию, с которым тоже эффективно, в принципе, справились наши все участники конкурса. Педагоги с ребятами проводили открытые уроки, на которых разрабатывали туристические маршруты, играли в игры, с помощью диалога добирались до истины. Учитель математики Юлия Обласова приняла участие в номинации «Лучший классный руководитель». Педагог считает, что общий язык с детьми можно найти только через диалог. На этом была построена ее программа выступления. Я довольна собой. Мне очень понравилось общение с детьми, то воспитательное событие, которое мы провели. Но в какой-то момент я даже не стала замечать там членов жюри, гостей, пришедших. То есть мы с ребятами были на одной волне. И вот от конкурса, от этих 4 дней я действительно получила удовольствие. Юлия Борисовна стала победителем конкурса. Она представила губернаторский лицей номер 100. За победу она получила денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Лауреаты 2-й и 3-й степени были награждены сертификатами на 50 и 30 тысяч соответственно. Кирилл Савосин, Анатолий Расохин, УПРАВДА ТВ.